Добрый вечер всем. Сегодня я купила немного крыжовника в лоточках таких. Вот. Но, как всегда, хочу заморозить немножко и хочу немного сварить варенье. Компоты у нас не пьются, и делать я их и закрывать не хочу. Чем мне нравятся вот ягоды в этих всех лоточках, потому что вес лоточка 7-8 грамм, и абсолютно легко их взвесить. То есть вот кладем на весы 669 грамм минус 8, то есть 660 грамм сами ягоды весят. Ну, прежде чем морозить, нужно для начала их хорошо вымыть. Убираем из лоточка, хорошо промываем. Вот я уже выложила крыжовник из воды на полотенечко и даю обсохнуть полчасика. Вот у меня получилось два кулечка, которые я буду замораживать. Постаралась разложить в один слой, но как получилось. Потом я их завяжу и положу в морозильную камеру при минус 18.